Молдова активизирует усилия по поддержке граждан Украины, приехавших в нашу страну. Сегодня заработал единый центр управления кризисом, который будет координировать процесс помощи беженцам. В дополнение к существующему центру сбора продуктов и товаров на Молдэкспо, с завтрашнего дня власти откроют еще три. Также создадут единый склад, где будут хранить и сортировать все продукты питания, одежду и другие товары. Единый центр управления отвечает за размещение беженцев, распределение товаров и продуктов питания, транспортное страхование и юридические консультации. Центру в авиа о линии верде, лакаре тоц чататени, ворпутя адреса, се ворпутя адреса, пентру афла деталей, деспре кум пот са ажуте ин ситуация креата. Линия верде пентру чататени ва фи операционала инчепând cu мâне la orele 9. În continuare, rămâne funcțională linia verde pentru refugiați, care e operată de Biroul Migrației și Azil, iar acest număr este 08-000-1527. Помимо центра на Молдэкспо, власти сообщают, что пункты сбора будут открыты в Техническом университете Молдовы на улице Студенческой, на киностудии «Молдова Фильм» на Ханчешском шоссе и во дворце железнодорожников на бульваре Дичибал. Глава центра кризисного управления призывает граждан жертвовать строго необходимые вещи, такие как одеяло, подушки, матрасы, постельное белье, неиспользованные игрушки, посуду, предметы личной гигиены и упакованные продукты питания. Nu se permite donare de către persoane fizice, deoarece nu avem o astfel de posibilități și deja, într-un fel, avem un suficient stoc următoare de produse. Produse culinare congelate, produselor de origine animaliere, cu excepția mierii de albini, conservelor de carne, pieștelui și a laptelui praf sau condensat, toate produsele alimentare donate trebuie să fie în ambalaj integru, intact, al producătorului, cu termen de valabilitate. В едином центре кризисного управления будут работать местные и международные волонтеры, а также представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.